Водитель Александра Сабирзянова каждый день отвозит своего сына Тимура в детский сад. Дорога от дома до школьного учреждения на машине занимает всего 7 минут. Но мама мальчика понимает, что автомобиль – это источник повышенной опасности, и за время поездки может произойти все, что угодно. Поэтому Александра всегда возит Тимура в детском кресле. Детское кресло – это безопасность, а дети – это самое главное, что есть в нашей жизни. Конечно, всегда пристегиваем и пользуемся креслом. Сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят рейды, во время которых проверяют наличие детских удерживающих устройств в автомобилях самарских водителей. Вблизи дошкольных образовательных учреждений инспекторы ДПС останавливают тех, кто едет с детьми. За 2021 год уже вынесли более 2000 постановлений за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров. Сумма штрафа – 3000 рублей, а тем, кто соблюдает правила перевозки, вручили азбуку безопасности и сувениры. Ребенка необходимо в салоне транспортного средства перевозить до 7 лет исключительно в детских удерживающих устройствах, с 7 и старше, пристегнутых ремнем безопасности. Перевозка детей с 12 лет разрешена на передних сиденьях. Выписать штраф могут из-за использования несертифицированных детских удерживающих устройств. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что ребенку в детском кресле должно быть не только безопасно, но и удобно. За прошлый год зарегистрировано 140 ДТП с участием детей. Один из них погиб, и 149 получили травмы различной степени тяжести. Никита Колосов, Сергей Баскин, События.